7 новостей на этот час. Футбол. Питерский «Зенит» сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал розыгрыша Кубка УЕФА. Определились участники детской команды 11 надежд. В Москве начался розыгрыш Кубка России по рукопашному бою. Прыжки в воду в подмосковной «Электростали» стартовали соревнования под названием «Весенние ласточки». Первый этап чемпионата мира по серфингу завершился Бене Якубу. Мечта многих мальчишек стала реальностью для 11 юных футболистов. Ребята отправятся в Лондон, где сыграют со сверстниками из футбольной академии «Челси» на домашней арене «Аристократов» в Стэмфорд-Бридж. А также посмотрят матч чемпионата английской премьер-лиги «Челси-Тоттенхэм». Участники команды 11 надежд были отобраны из 1800 претендентов. Эта акция вызвала большой интерес. В течение месяца специалисты департамента детско-юношеского футбола РФС, детской футбольной лиги и десятки тренеров просматривали наиболее достойных кандидатов. Организаторы акции не требуют от наших игроков победы любой ценой. Главная цель – привлечь внимание к детскому спорту в России. Хотя, конечно же, мальчишки едут в Англию не только для того, чтобы на других посмотреть. Они хотят и себя показать. Судя по блеску в их глазах, ребята сделают все возможное, чтобы на родине футбола не ударить в грязь лицом. И потом мы вдруг обнаружили такую родительскую пленку. Я вообще не верю, думал, что я не поеду, но сейчас вот уже понятно. Хочется быстрее ехать. Хочу увидеть Челси, увидеть их стадион. Хочу особенно у Лэмпарда автограф взять. В Москве во дворце спорта «Динамо» стартовал юбилейный 10-й по счету розыгрыш Кубка России по рукопашному бою на приз.